Итак, мы продолжаем прохождение рунпы, и чё за бунт в чатике? Что, перерывы? Где перерывы? Сигареты сами себя не выкурят, так что всё. Пойдём искать Бьякую. Сигареты как бы тоже, знаете, у меня где-то есть анимешный такой арт, где сигаретка такая сидит, смущается, такая, сэмпай, ну лизни меня. И вот ты такой сидишь, стримишь, вспоминаешь этот артик, и такой, бля, ну меня ждёт. И всё. И вот. И как здесь отказать? Так, стоп, а где? Где Бьякую? Давайте искать Бьякую, в конце концов. Иначе от меня не отстанут, меня не простят. Кто здесь? Сакура, понимаю. Может в пень Бьякую пойти с Сакурой пообщаться-то? Кстати, если Бья... Ага. Блин, ну скёка... А, ну Бьякую где-то сделал. Вот, всё. Хорошо, идем сюда, тыкаем Бьякую. Так, где там был Бьякуя? Кёка, прости, но я бы с тобой поговорил, но ты меня пошлёшь, а я как бы ранимый человек. Пойдем в офис. Так, ну что, мышь, настало твое время. А что такое? Задумался о том, кого бы убить? Угу. Что ж, выбирай с умом. В этой игре проигрыш равносилен смерти. Причем, знаете, довольно милой. Такой, ну, типа, ну, как у Селес, допустим, была. Может мне провести немного времени с Бьякуей? О, господи, дрожащим пальцем я нажимаю на эту кнопку. Ладно, можешь побаловать себя немного моим вниманием. Я не возражаю. Надеюсь, ты ценишь столь широкий жест. Почему-то хочется плюнуть в его очки. Я провел немного времени с Бьякуей. И сейчас мы... Сдружились, это хорошо. Чё мы ему подарим? Это ж Бьякуя, так? Я бы ему подарил... Блин, подождите, в какой-то игре была такая... А, в One Punch Man, там была такая какашка из золотой проволоки. Так вот. Так вот. Можно нечто подобное, но здесь? Бьякуя, чё ты любишь? Тапочки с кроликами. Во, я бы Бьякуе полосатые шорты подарил. Вы смотрите, какие, с рюшечками. Кай, Серега, блин, базальтовый Джо. Еще у нас с Беркули все впереди, так что... Да что ж тебе подарить-то? Дуванчик, кнут с розой. Блин, это точно не для... Телефон. Угу. Глобус принца Шатоку. Лунный камень. Кстати, да, если завтра все пойдет по плану, то завтра у нас стрим намечается с ивентиками по САУ. Будем добивать то, что не добито, а то через 6 дней у нас там уже по DLC будет информация и все такое. Надо бы добивать ивентики. Да чего тебе подарить? Что? Школьный герб. Кинжал или нож? Давайте посмотрим. А у меня, наверное, нету такого. А, подождите, у меня есть что-то было. Подождите, давайте поищем. Так, чтобы не фейлануть ивент. А то меня точно не простят. Хорошо, подарим ему. Я, конечно, тоже фанат САО. Концовка этого сезона зашквар. Потому что ничего не понятно. Но, опять же, я докуплю остальные томики Ранабе, почитаю, и думаю, я пойму, чё к чему. Но это не точно. О, вот это на... А, это да, это для Селес определенно. Так, где эта штука? Где я ее видел? В смысле, я пролистал уже, понимаю. Пока говорил о САО, все пролистали. Где-то здесь был такой меч, нож, что-то, короче, странное. Так а где оно? У меня уже крыша едет от этого звука. Вот, давайте вот это подарим. К
Короче, так у меня его и нету. Все, короче, просто телефон дарим ему насрать. Думаешь, мне такое понравится? Меня не так легко впечатлить, ублюдок. Ой, кажется, ему совсем не понравилось. Или понравилось, подождите. У меня к тебе есть вопрос. Подождите, все же, по-моему, понравилось, но так как это цундерка... Какой? Он давно мучает меня, но прежде чем его задать... Объясни, что подразумевается под твоим титулом «Абсолютный счастливчик». Сегодня, кстати, без всяких шуток, сегодняшний день у меня проходит под лозунгом «Абсолютный счастливчик». Играл я сегодня в одну игру, и мне там везло просто во всем. Просто чтобы я не делал, мне везло абсолютно совсем во всем. Сегодня я, кстати, абсолютный счастливчик. Я тоже не совсем понимаю, но... Мне точно известно, что меня выбрали случайно среди абсолютно обычных учеников. Так тебя приняли в пик надежды просто потому, что тебе повезло. Понятно, тогда мой вопрос отпал сам собой. А какой вопрос-то был? Как такой простолюдин, как ты, без талантов и каких-либо умений, попал в эту школу? О, забыл. Скучный. Как такой скучный, бесталантный, обыкновенный простолюдин попал в эту школу? Скучный? Обыкновенный? Знаешь, не обязательно перечислять все это. Но такова правда. Может, по сравнению с тобой, абсолютным наследником, это и так, но... Но даже я! Так ты полагаешь, что причина в титуле? Ты ошибаешься. Мои происхождения, интеллект, фигура, атлетические способности. Все, абсолютно все во мне совершенно. У тебя морщинки на лбу. Все. Все. Не все в тебе совершенно. Я, так сказать, абсолютное совершенство. Можешь даже называть меня так, если хочешь. Не хочу. Да, у него та еще самооценка. Ты без гроша в кармане. Ты без гроша в кармане, и я, владеющий абсолютно всем. Мы иллюстрация того, что люди не равны. Мне жаль тебя, Макото. Иногда жизнь действительно очень жестока. И раз мне так тебя жаль, однажды я когда-нибудь позволю тебе услышать историю своего успеха. Считай это моим тебе благословением и щедрым подарком. Купаться в лучах моей славы. Закончив эту осуждающую и унизительную лекцию, Бьякуя ушел, оставив меня одного в полной тишине. Да, при нем я постоянно должен быть готов к самым изощренным мерам психологического насилия. Так ведь Токи это нравится, вот почему она с ним. Узнали мы что-то новое о Бьякуя. Открыто умение «Твердая рука». Похлопай самого себя по плечу, ты это заслужил. Да. Сегодня я это заслужил. Я изо всех сил старался не упасть духом, пока шел обратно в свою комнату. Именно поэтому сейчас я плюну в лицо Бьякуя и пойду пообщаюсь с кем-нибудь нормальным, адекватным. Есть еще немного времени. Да, надо бы еще куда-нибудь сходить прогуляться, поэтому мы сейчас пойдем прогуляемся. Смотрите-ка, стоп. Погодите. Ну почему нет? На самом деле, ну ничего нет-то. Где ты? Не ты, стой. Да в смысле? Погодите. Подождет Кёка, никуда не денется. У меня созрел другой, более коварный план. Мне просто интересно. Так, стоп, а ты где? Ага. Здравствуй, милашечка. А как делишки? Хочешь поубивать со мной кого-нибудь? А стоит ли провести время с убийцей еще? О, да. Хочешь, чтобы я убила тебя? Или чё? Да ты даже не тянешь на жертву убийства.
Время, которое я провел с этим кровожадным извергом, можно назвать ценным. Неужели я сблизился с убийцей и все? Да, определенно. А дадим мы ей? Да, кстати, если не сложно, я бы не отказался от того, что нравится убийце Исё. Чтобы без ивента не остаться. Да, типичная Тока, он смотрит меня, потому что я страшная. А это, убийца Исё, он смотрит на меня, потому что я хочу, чтобы он убил меня. Чтобы я убила его. Серега, какой бан? Здесь как раз-таки, здесь вот нужен спойлер. Мне нужно знать, что нравится. Это да, это не спойлер. С этим все хорошо. Подождите. Если даже логически подумать, что может нравиться? Соль? А, кстати, да давайте серьезно соль подарим, а чё нет? Мне кажется, ей зайдет. Кольцо, футболка, фигурка. Блин, нету такого у меня. У меня такого нету, ничего. Все, короче, дарим соль тогда. Морская соль, все, давись. Меня? Чё за? Ты уверен? Фу, слушайте, а ей понравилось. Я бы и сама это из твоих рук вырвала. Она вообще адекватная, нет? А, ну футболка была, но футболку я могу и сам носить, а соль-то жрать самому зачем? Это значит, что ей понравилось? В смысле ивента не будет? Догма Рупырь. Он меня подставил. Дог меня подставил с солью. Ну и ладно, мы хотя бы с ней пообщались. Внимание, внимание. Пожалуйста, соберитесь в спортзале как можно скорее. Так, погодите, чё лохматый задумал? А, быстро, 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 быстро! Он сделал особое объявление, чтобы попросить нас прийти в спортзал? И он говорит это довольно серьезно. Так, ладно, хорошо. А, это ж... Все, Дог, я понял, они идут же как разные персонажи. Все, хорошо, хорошо, я тебя понял. Понял, понял, понял. Это разные эти. Так, ну а мы тогда отправляемся в спортзал. А он где? Видеозал вот здесь же, нет? А, да, вход в спортзал, отлично. Сакура. Сиэль, привет. Ты последний. Все остальные уже зашли. А ты почему здесь стоишь? И вот этот взгляд, знаете, в профиль такой, типа... Милашка, девочка, да? У меня плохое предчувствие. Это, скорее всего, неспроста. Монокума все же позвал нас всех. Сакура? Да нет, Дог, тут справимся. Макото. Если со мной что-то случится. Аой. Неважно. Я... Как можно верить в того, кто и в себя-то не верит? Ау. Сакура? Сакура сказала правильные вещи, типа я с ней вот здесь согласен, потому что поведение Макото часто это... Да... К тому времени, как я пришел в спортзал, все уже ждали меня внутри. И вот. Это снова началось. В смысле? Не знаю, Дог, посмотрим. Хорошо, давайте начнем шоу.
ты собираешься представить нам следующий мотив, не так ли? А, все, понял. Понял. Ты собрал всех нас, чтобы представить новый мотив, так ведь? Он прав? Нам снова придется пройти через это. Нет, только не снова. Но я этого больше не выдержу. Да ладно, Юсухиро, сколько раз ты уже выдерживал? Должен признать, меня впечатлил твой испуг. Неужели ты наконец понял, на каком дне иерархии форм жизни находишься? Нет. Все совсем не так. Я собрала всех не из-за мотива, а из-за того, что я на вас обиделся. Справедливо! Почему нет? Чё не повод всех собрать? Обиделся? Ты ёбобо? Не припомню, чтобы ты хоть раз обижался на нас. Вчера я уже говорил. Я вам уже говорил, разве нет? Око за око, зуб за зуб. Хватит ходить вокруг да около. Говори уже, зачем ты нас собрал? Ну, Бьякуя, помнишь, ты говорил, что один из вас может быть моим шпионом. Это была Сакура, и она оказалась с ним сотрудничать, да? Ты об этом? Ой. Да, и что с того? Так, сегодня я бы хотел рассказать вам об этом шпионе. А если бы Макото рассказал об этом Кёка, то все могло бы быть иначе. Ну, сука, ну... Чё? И знаете что? На самом деле шпион это Сакура Агами. И он без всякого гов... Вот он просто взял и... Здравствуйте. Просто здравствуйте. Бля. Эти слова так просто слетели с его языка. Будто бы это была какая-то ерунда. Да, Дог, я думаю, ты хотел, чтобы я нашел улику какую-то, а потом поговорил с Кёкой и рассказал ей. Но-но-но. Ты хитер. Хотя на самом деле, он раскрыл нам страшную тайну. Чего? Что ты только что сказал? Он сказал, что шпион Сакура. На чем это ты? Сакура просто не может быть этим шпионом. Правда же, Сакура? Режим Кёка включен. Сакура? И я могу просто заставить Сакуру в скором времени исполнить то обещание, которое она дала. А если она откажется? За заложника я не ручаюсь. Я все сказал. А что вы решите делать с этой информацией, зависит только от вас. Хоть зажарьте ее, хоть сварите. Хоть убивайте. Хоть убивайте, хоть не убивайте, все равно. Я все равно. Уже жду не дождусь. И с этими словами он исчез. А я наконец понял смысл его слов. Око за око, да зуб за зуб. Другими словами. Предательство предательством вышибается. Так, что это значит? Это правда? Огр правда шпионила за нами по приказу кукловода? Да что ты несешь? Быть же этого не может. Но ведь чучело так и сказала, верно? Да, это мотив, Сиэль, согласен. Согласен, это мотив. Это как бы не мотив, но как бы мотив. Угу. Ну так значит, он ошибается. Это уж просто... Не может быть. Что скажешь, Сакура? Если он не прав, все, что тебе надо сделать, это рассказать нам. Мне жаль, что я не рассказала вам этого раньше. Чего? Тогда он правда взаправду это говорил? Огр работает на кукловода? Мне жаль. Значит, ты с самого начала нам лгала. Это неправда. Сакурой, наверное, управляли. Должна же быть какая-то
какая-то причина. У нее не было выбора. Ее просто заставили сделать это. Да, Аой права. Кукловод, скорее всего, как-то угрожал ей, и Сакуре не осталось ничего, кроме как сделать то, что ей скажут. А ведь все-таки Макото лично сам все это видел. Чего? Ты говоришь так, будто знаешь это наверняка. Да. Я говорю так, потому что правда знаю это. Да, чему удивляетесь, тыковки? А, есть такое. Я видел это своими глазами. Снова этот божественный арт с Сакурой в юбке. Ракурсом снизу. Я своими глазами видел, как Сакура и Монокума дрались. И тогда-то услышал... Вот смотрите, наш Монокума, который в чатике, да, док, он сейчас лежит в госпитале. А как вы думаете, после чего? После битвы с Сакурой, наверное. Как бы, сходство? Какой, как корабль назовешь, так он и поплывет. И тогда-то услышал... Да, после Сакуры он лежит. Там, как бы, все. Монокума буквально только что упомянула заложники, помните? Да, док, да, а что, не ты, у тебя есть возражения? Если это так, то тебе нужно лишь сказать, как сказала Кёка. Во время сражения я услышал, как Сакура сказала, что она решила сражаться против кукловода. Ты все видел? Кукловод взял заложника, и из-за этого тебе пришлось работать на него, ведь так? Но в итоге ты решила предать кукловода. А что значит, Сакура не враг, а друг, которому без сомнений можно доверять, это так? Нелепо. Ты в сказке, что ли, живешь? Она работала на кукловода. Такому человеку нам никак нельзя доверять. Он прав, мы не можем теперь полностью ей доверять. Как мы вообще можем быть уверены, что она действительно предала кукловода? Сиэль, просто как? Как ты ее накажешь? Нет, не потому что шпион, а потому что Сакура. Он тоже попытался, видимо, на Сакуру быкануть, но... свалил? Типа... Все понятно, все сразу понятно. Не наказывает, потому что лежит в госпитале. Может, это двойной блеф, и она все еще намерена исполнить волю кукловода. Сакура никогда бы так не поступила. Хорошо, Сакура, раз ты больше не на стороне кукловода, тогда скажи, кто он такой? Ну, простите, не могу. Даже мне этого неизвестно. Да, тактическое отступление, потому что, ну, Сакура же... Тебе неизвестно? Так ты навлекаешь на себя еще больше подозрений. Она говорит правду, поверьте. Заткнись, я с ней еще не закончил. Следующий вопрос. Что еще за обещание? Что кукловод приказал тебе сделать? Мне сказали... Убить одного из моих друзей. Внезапно, температура в комнате резко похолодела на градусов 20. И все из-за тяжести этих слов. Понятно. Так даже сейчас твоей целью являются наши жизни. Говорю же, ты ошибаешься. Сакура ни за что бы такого не сделала. Не ори, мы тебя и так слышим. Я ору, потому что вы меня не слушаете. Да, почти то же самое, что и Мондо с Киатакой. Вот, когда я Киатакой его защищал. Пожалуйста, прекрати. Тебе больше не надо защищать меня. Я должна взять на себя всю ответственность за это. И как ты собираешься это сделать? Уничтожив кукловода. Я собираюсь бросить ему вызов. Даже если это значит, что мы оба падем, я уничтожу его. Акёка, да.
Вот так я собираюсь взять ответственность. Подожди, что ты имеешь в виду, если мы оба упадем? Аой, прости, что не рассказала тебе об этом. Чё? Я не знала, что делать. Я снова и снова думала открыться вам. Но я была напугана. Я думала, что если расскажу вам это, вы будете думать обо мне низко. Сакура? Мне жаль. Сакура отвернулась от нас и вышла из спортивного зала. А затем... Это как бы 10 вечера, и, следовательно, объявляется отбой. Скоро двери в столовую будут закрыты, и вход туда будет строго воспрещен. Ну все, всем сладких снов, спокойной ночи. Спите крепко. Что ж, вот и отбой. Нам всем нужно бы пойти поспать. Подожди. Все эти разговоры про Сакуру, это... Она наш враг. И точка. Больше нечего обсуждать. Да нет, Сакура не наш враг. Почему? Почему никто не понимает ее? И что же ты понимаешь? Ты даже не знала, кем она была на самом деле. Это... Аой, успокойся. Пустые разговоры ничему не помогут. Иди в свою комнату и остынь, а завтра мы продолжим обсуждение. Довели Аойку. Просто ужасно. Геноцид Джек? Да. Ну, на САО Вики там тоже можно много интересных фактов найти. Да. Настроение этим вечером было просто ужасным. Находясь в таком отвратительном состоянии, мы были искренне рады, что день наконец окончился. Сакура, шпион. Она предатель. Силька. Ой, да, ссылка. Одна ссылка чего стоит. Вот ссылка это да. Она предатель. Бьякуя сказал, что Сакура наш враг. Но он ошибается. Она мне не враг. Она другая, в этом можно не сомневаться. Ну, хотя бы здесь Макото здравомыслие проявил. Но что я могу сделать? Что я могу сделать, чтобы все поверили Сакуре? Как? И уснули. Пока ты остаешься человеком, у тебя всегда будет хоть один момент в жизни, который бы ты хотел изменить. Даже у бейсболиста из высшей лиги. Даже у футболиста, у которого турне по Европе. Даже у знаменитой певицы, которая начала свою карьеру на подготовке комедийного скетч-шоу. У нее был блестящий дебют, но на этом все и кончилось. Она выходит замуж за третьесортного актеришка и навсегда уходит со сцены. Каждый человек о чем-то сожалеет. Именно то, ради чего он бы хотел вернуться в прошлое и изменить это. Но не я. Ведь я медведь. Согласен, чё медведь жалеть-то? Всем доброе утро. Сейчас 7 утра, и отбой официально окончен. Пора вставать. Готовьтесь встретить еще один прекрасный день. Я волнуюсь за Сакуру. Мне нужно поторопиться и пойти в столовую. Так, все, побежали.
все-таки дошли мы до спойлеров. Кёка, доброе утро. Все еще игнорирует меня. Неужели она так сильно злится? Но если подумать, это относится не к одной только Кёка. С тех пор, как Монокума собрал нас прошлой ночью, атмосфера здесь стала очень тяжелой. Я сам знаю, что это спойлер ко второй части, потому что мне это уже спойлернули однажды в комментариях. За что, опять же, этим людям большое-большое спасибо. Низкий поклон. Я чуть ли не ощущаю, как она нависает над нами и как сильно давит. Да, и от этого это не перестает быть спойлером, так что да. Ну, как минимум, мне нужно помириться с Кёка. Да, поэтому идем в столовую. Я честно не знаю, как они умудрились, просто у людей иногда напрочь отсутствуют любые мыслительные процессы и прочее. А, Макото, ты как? А что ты имеешь в виду? Ты опоздал. Мы беспокоились за тебя. А вот же олух. Только Бьякуя, а вы что здесь делаете? Они здесь скрываются. От Сакуры, что ли? Скрываются? Не делай такое тупое лицо. Нам нужно защитить себя от инструмента кукловода. Инструмент? Ты говоришь о Сакуре? Только тогда я наконец заметил. Только Сакуры не было сейчас с нами. А где Сакура? Да все, что я знаю, это если бы она была здесь, меня бы здесь не было. Единственная причина, по которой я изменил своим принципам и присоединился к вам всем, это необходимость защититься от этой угрозы. Угрозы? Почему? Почему ты так ее ненавидишь? Защитить третью часть. Я как бы стараюсь, я максимально стараюсь читать чат с задержкой, но все равно иногда боковое зрение, которое у меня развито очень хорошо, оно иногда успевает выцепить спойлеры из чата до момента, когда их удаляют, и ты такой, понимаю. Почему ты так ее ненавидишь? Разве это не очевидно? Потому что она делает все нечестным. О как. Нечестным? Игра должна быть справедлива ко всем игрокам. А существование шпиона нарушает этот баланс. Тупая причина. Нет, Азур, уже я не могу просмотреть. Теперь я перестал пользоваться софтом для чата, тем, которым пользовался. И теперь, если ты удаляешь сообщение, то я его не вижу. То есть в том окне чата, который... открыт у меня, там уже удаленные сообщения не видны. А раньше да, там удаляй, не удаляй, все равно было видно. И голос у меня уже умирает. Тупая? Это ведь игра на выживание. Или ты уже забыла? Тупая! А ты тупой идиот! Пока вы окончательно не разругались... А ой, может тебе стоит приостановиться и все обдумать? Зачем кукловод раскрыл нам, что Сакура была шпионом? Ну, он решил отомстить ей, верно? Как и сказал Монокума, око за око. Это... А, ну а чат, который там на стриме, я не вижу. Там все хорошо. Он у меня в УБСе, в маленьком окошке. Это одна из причин, но далеко еще не полная картина. Раскрытие этого факта также служит нам следующим мотивом, который хотел нам дать кукловод. Вот, да, все-таки, как и сказала Сиэли, да, своеобразный мотив. Хаос и замешательство рождаются из подозрения. Ненависть. Другими словами, все вот это. Это ссора, этот спор. Все это ловушка, в которую нас завел кукловод. Зная это, будешь ли ты стоять здесь и спорить, как ребенок?
Это не то, что я пытаюсь сделать. Просто... Как мне заставить вас снова поверить Сакуре? Попробую обновить, кстати, страницу, может перестанет лагать. Мне кажется, если она действительно сможет победить кукловода, как она и сказала, то это поможет. Ты идиот! Ты бы действительно попросил ее сделать что-то настолько опасное? А что если с ней что-то случится? Это уже будет неважно. Чё? Если Сакура умрет, то будет на одного человека под контролем кукловода меньше. Меня это устраивает. Подожди, Бьякуя! Приз Сереге автомобиль у меня почему-то от этой фразы люто дежавю накатило. Да, Серега? Ты ж помнишь, о чем мы? По сути, если бы она умерла, то это бы разрешило всю ситуацию, разве не так? И проблеме конец. Шлеп. Все-таки она не выдержала и был шлеп. Так, ребят, шлеп шлепом, но у меня уже умирает голос. Я думаю, это слышно. Поэтому давайте сделаем еще небольшой перерыв. И потом проведем еще маленький такой кусочек стрима, и на сегодня потом уже будем заканчивать. В общем, ребят, 5 минут, сейчас я приведу голос в порядок, и мы продолжим.